На сцене театра оперы и балета сегодня ни одного актера и спектакля они не играют. Эту площадку выбрали для Всероссийского конгресса урологов. Обсуждают актуальные проблемы и пути их решения. По словам экспертов, мочекаменные болезни – одни из самых распространенных заболеваний в нашем регионе. Огромное количество сейчас появилось пациентов с различными видами недержания мочи, стрессовое недержание, неудержание у женщин. Мы тоже сейчас четко знаем, есть разработаны стандарты, имеются на этом конгрессе представлены клинические рекомендации. На конгрессе урологов поднимают и такие проблемы, о которых предпочитают молчать мужчины. Представители сильного пола редко обращаются к урологам за помощью. Долг каждого мужчины, я думаю, с учетом того, что у нас сейчас демографическое состояние в стране не очень хорошее. Поэтому все то, что делается в плане образовательного процесса и то, что есть на сайте очень просто.ру, доктор Вакатор дадут обычному нашему гражданину мужского пола выяснить для себя, есть ли у него эти проблемы. Впервые о проблемах, которые мужчины предпочитают умалчивать, решили поговорить неформально. Тут и пригодилась сцена. Это про то, что мужские переживания – это большой, богатый мир, которым нужно заниматься. Это то, про что весь этот форум. Это то, про что продукт. Он пытается сделать жизнь мужчин лучше, она наполнена проблемами, которые люди не особо признают часто. В конгрессе принимают участие больше 1000 врачей. Для них этот форум – своеобразный обмен опытом и возможность узнать о новых технологиях в медицине. В этом российским специалистам помогут и зарубежные коллеги. На конгресс урологов пригласили врачей из Великобритании, США, Швейцарии и Италии. Екатерина Рысева, Роман Шильдяев, ТВ-центр, Саратов.